Хаешки, ребятки, с вами Лекс, продолжаем играть в Бен и Эд. И знаете что, я понял теперь то, что уровни у нас открываются не только по прохождению, но еще нам нужно завоевать, точнее набрать какое-то количество собачьего корма, который мы с вами в прошлой игре взяли 14 из 16, как вы помните, если вы смотрели прошлую серию. Так, у нас новый уровень. Он чем-то похож на начальный. О нет, нас обманули, это всего лишь... А, мы все можем, да, открывать? Ну, отлично. Так, чтобы разломать эту фигню, мы должны прокатиться. Отлично. 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 Это мы все собираем. Все-таки, видите, нас учат немножко этому. О, вот оно что, нифига себе. Вот оно что. И она, видите, сразу же ломается после этого. Нифига себе, вот все продумали, просто все продумали эти разработчики. Эта пила ломается, она специально для того, чтобы у меня была возможность пройти. И теперь у меня осталась лишь одна голова. Это будет очень тяжело, ребята, я чувствую. Это будет очень тяжело все это проходить. Но я готов. Вот, теперь у нас осталась одна голова, мы туда прыгнуть не можем. Но оторвать голову можем. Все, я попал прямо в цель. И сейчас у нас будет чекпоинт, я так понимаю, там мы уже заспавнимся полностью, правильно? Я думаю, правильно. Тихо, тишина. Тишина. А вот оно. Вот и Бен. Нет, меня обманули. Ну мы сейчас упадем на чекпоинт. А, мы прошли миссию? Серьезно? Ну это, видимо, обучающая миссия какая-то была специальная. Довольно легкая, довольно простая. Так, следующий уровень у нас открылся, ребят. И нам нужно 40. Для того, чтобы открыть тот уровень. И для этого нам нужно ровно 5 собачьего корма найти. Я думаю, 5 мы все-таки найдем. 5 мы с вами без проблем найдем, я думаю. Без проблем. А, нифига себе, мы даже начали тут уровень. Того, что на чем мы закончили в прошлом уровне. Прикольно, вот это классно придумали. То есть продолжение, именно продолжение мы занимаемся тоже. О, да это же босс. А вот, ребята, и босс. Наконец-таки мы заметили, дошли до него. Это огромный клоун. Если у вас боязнь клоунов, ребят, я советую вам выключить это видео. Во, нифига. Если он бьет близко, то я подпрыгиваю даже, ничего себе. Так, ну что же мне нужно делать? Мне нужно подняться наверх. Опа. О. Вот это я возьму, спасибо. Но в любом случае я бы туда вернулся. Почему? Потому что там, ребята, у нас окончание карты, я понимаю. Нифига себе тут сделали. Сделали очень круто. Эй! Что? Спайдермен. А теперь он опять пьет по земле, да? Странная фигня. Но все равно очень классно сделали. То есть несколько этапов. Несколько вариантов его атаки. Вы видели это? Пошел уже, пошел уже. Было так близко. Стой, я застрял в этом. Я опять застрял, ну серьезно. Вы серьезно? Ну все, сейчас он начнет. Да, он сразу начинает, видите. Мы можем все-таки находиться на его руке. Это не то же самое, что находиться на. То есть с ножами, когда была фигня. То есть ножи, если нас убивали, то его руки уже нет. На его руке мы можем спокойно находиться. Отлично. Так, смотрим. Он стоит далеко. И до сюда он не доходит. Это хорошо, это просто замечательно. Давайте. Бэм. Кстати, мы сейчас можем его вроде бы атаковать. Но куда нам нужно целиться? Я понимаю. Вот сюда. Минус одна жизнь у него. Эй, серьезно? А, меня полностью восстанавливает, все понял. То, что я один раз его ударил, меня полностью восстанавливает.
персонажа. Но не стоит забывать, ребят, что это шоу. Шоу воспользовано шоу-мастером. Какое оригинальное название, да, у этого персонажа? Шоу-мастер. О, господи. Шоу-мастер, который создал шоу. Я так понимаю, здесь счетчик тоже респаунов, у нас тоже должен быть. Здесь счетчик времени, то счетчик респаунов. О, нифига себе, даже прыгать как кусок, мне просто подбросил, отлично. Так, ну что ж, я так понимаю, нам надо целых три раза одно и то же сделать. Я вот сейчас случайно подпрыгнул. И получилось. Два раза случайно подпрыгнул. Получилось так, что рука оказалась прямо в зале. Ага, здесь все спаунится. Вот это уже нехорошо. Здесь все деспаунится. Эй, почему? Обязательно нужно видеть расстояние. Так, здесь мы уже одну и ту же пушку использовать не можем. То есть мне нужно было бежать именно в другом направлении. А давайте, наверное, попробуем в другом направлении. А давайте, знаете, что попробуем? Я просто не могу без этого. Отлично. Вы это видели? Просто, да это ж мастерский. Это супер. Сейчас у него рука проедет немножко. Я возьму его. Все, отлично. Это было просто эпик, ребят. Я думаю, вам понравилось. Мне лично понравилось. Так, ну что ж. Бэм. Минус вторая жизнь у тебя, большой и страшный клоун. Ну, это только начало сейчас. Сейчас мы закончим. Серьезно? Первый раз, кстати, меня ударил. Чисто по мне. Ну, я видел, он начал бить быстрее. Сейчас, наверное, он будет крутиться еще быстрее. Верно я говорю? Воу! Да, он довольно быстро начал крутиться. Не знаю, быстрее или нет. Ну, вроде бы быстрее. Так, отлично. Здесь он ничего мне не сделает, отлично. Так, и я так понимаю, мне нужно идти. А, я здесь уже был. А куда тогда? Куда мне тогда надо идти? Видимо, да. Видимо, просто прошел уже. Да господи, боже мой, что за ноги, серьезно? Ну серьезно. И мне нужно вот той пушки. То есть мне полностью надо вот только сделать. Ну давайте, знаете, что сделаем? Повторим наш опыт. Ну почти, почти, ребят. Это можно использовать в транспорте, действительно. Если вам лень. Но я не буду сейчас делать, потому что он начал крутиться намного быстрее. Сейчас надо просто пробежать только. Наверное, я не знаю, правильно или неправильно я сделал. Ой-ой-ой. Серьезно. Я уже думал, его разрубил на две части. Блин, физика очень классная, ребята. Честно. Физика очень классная. Она напоминает мне физику в игре Dark Messiah Machina. Если вы играли, то что вы, скорее всего, являетесь олдфагом. Здесь мы сделаем вот так. Все, побеждаем его. Третья атака абсолютно. Просто абсолютно вырубает его. И мы... Теперь открывается у нас вход. Теперь проход открывается спокойно, можем пройти. Кстати, мы можем сейчас собрать все, что у нас было там сверху. Я не знаю. Нет, я не буду собирать. Потому что нам хватит и 8 вот этих вот банок. Мы дошли до Эда. Мы дошли до Эда. Мы победили босса, 6 минут целых мы с вами играли. Это хорошо. Это хорошо. Yeah! Так, левел комплит. И теперь нам открылся 7-й левел. Или нет? Давайте попробуем сделать так. Здесь, видите, выбор уровня есть. Кстати, похоже, это все мониторы. Знаете, на что? А, вот видите? У нас бонусный уровень открылся, но нам почему-то... Нас сразу переместили, вместо того, чтобы поиграть в бонус, переместили на 7-й. Я не знаю, зачем это сделали. Давайте попробуем бонусный пройти. И вообще посмотрим, что он из себя представляет. Серьезно? Да я об этом просто мечтал. А как мне выжить? Как мне выжить? Серьезно? Мне, видимо, нужно спускаться по этим фигням. Или нет? Мне нужно обязательно об них биться. Вот, все, вот, чтобы не разбиться. Все. Вот это просто эпик. Это просто эпик. Это очень круто сделано. А, серьезно, я могу вот так вот. Ну ладно.
больше уже ничего не могу. Главное, что я приземлился живой и здоровый. Классно сделали. Видите, благо тому, что у нас мы играем за зомби, ему без разницы. Господи, серьезно? Нет, я думал, он прыгнет повыше, честно. Нифига себе, они отпрыгивают эти шары. Вроде бы стальные шары. Вроде бы стальные шары, они так сильно отпрыгивают. Так, я готов. Отлично, я справился с этой фигней. Я понимаю, она сейчас и сзади будет стрелять, да? Фух, нет, не будет. Это было бы больновато. А, теперь меня две пушки стреляют. Не, Unreal, ребят. Все, я понял. У нас так будет усложняться и усложняться, но мы обязаны с вами пройти этот бонусный уровень. Именно так. Именно так. Ведь зомби... Да, господи, будешь прыгать? Вот, господи, зомби должен спасти Эдна. Точнее, Бена. Это он. Все, отлично. Так, идем сюда. Здесь у нас уже будет две пушки, мы уже с вами осведомлены об этом. Мы уже это знаем. Да не, их не видно, эти шары, вот в чем проблема, видите, ребят. Их просто-напросто не видно. Самое интересное, как на нем оказываются шорты, если вы играете по кусочкам. Например. Кусочки шорт, скажем, склеиваются каким-то образом волшебным. Но в любом случае это все прикольно. Нет, я не верю. Я просто не верю. Мы вообще пройдем этот уровень, нет? Так, здесь он отскочит. Вот тут начинается веселье. Так, здесь, видите, дырки вот эти вот между блоками. Они очень мешают. Так, какая-то фигня вообще происходит. А, они почему-то уже стреляют не в меня. Это было только что. А почему-то вообще как-то происходит непонятно. Так, ну что ж, давайте. Опа! Он допрыгнул. Все-таки не пришлось головой это делать. А может, по самому прыгнуть. Тоже прикольно. Так, здесь уже, видите, посложнее у нас фигня идет. Да, намного сложнее, если честно. Я не верю, нет! О! Ползи! Ладно, одна голова должна пройти. О, так главное. А, нет, все-таки ее задевает. Я уж подумал, что все-таки голову как-то не задевает, но голову все-таки задевает. К сожалению. О, мы здесь можем поставить. Это хорошо. Мы здесь можем так пройти. И здесь можем так пройти. Блин, нифига себе, я профессионал. Ай! Ай-яй-яй! Только следовало мне сказать, что я профессионал, и я сразу умер. Может быть, не стоит так говорить просто. Господи, вы это видели просто. Это вообще жесть. Это просто жесть. Как мне здесь пойти? Ладно, сделаем так. Блин, здесь все мешает, видите? О, нифига себе, я это не забрал. Неплохо так вернулся. Видите, освещение идет вместе со мной. Я так понимаю, концовка именно вон там, вдалеке. Знаете, что мы с вами сделаем, скорее всего? Сейчас попробую сделать все, как я хочу. Фу, я живой. Так. Фух, я живой. Вот что мы с вами сделаем. Фу, отлично. Я все-таки прошел, ребят. Учитывая то, что прошла только моя голова, но все-таки я прошел. Блин, вообще классная игра. Надо, кстати, вот думать. Здесь очень включается мозг. В том плане, что вы думаете, как же все-таки нужно пройти тот или иной момент, тот или иной уровень. Но здесь зачастую можно просто-напросто пройти все на одном дыхании. То есть даже не думая. Ну, большинство уровней именно так здесь и работают. Ладно, ребят, я на этом закончу. Спасибо всем за просмотр, я победил в этом уровне босса, и мы как раз таки с вами начнем уже в следующем уровне. Следующий уровень уже будет седьмой. Фух, я так понимаю, каждый вот этот вот
экран, то есть не каждый экран, а каждая локация, то есть видите, 7, 8, 9, 10, 11, 12, это у нас тоже уровни, и 11 или 12 уровень это будут боссы, я так думаю. Посмотрим, так ли оно будет или нет, но в любом случае игра очень классная. В таком готическом стиле, криповеньком, но при этом много веселья и... Ну, в общем, да, веселье здесь присутствует. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставим лайки, пишем в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. А с вами был Лекс. Всем добра!